Всех приветствую. Помимо того, что у меня будет вегетативная петунья, у меня будет еще и семенная петунья таких благородных сортов, как тайдалы красный, белый. Джокондочка будет у нас. Белая джоконда будет, бургундия. Джоконда, наверное, сортов 6, цветов 6. Такая вот будет джоконда красавица. Так, будет Easy Wave, опера. Будет у нас трилогия, фотофиниш. Вот, по-моему, ни про кого не забыла. Вот, так что вот такие вот у нас будут петунии из семян, помимо вегетативных. Смотрите, вот такая вот красавица. Что у нас еще? Вот такая вот голубая. Чем будет нежно смотреться. Синяя, необычного цвета. Вот такая вот будет петунечка у нас еще из семян. Тут джокондочка. Ее видно. Будут нас радовать своим цветением. Кустики все сидят в 0,5 в таких вот горшках. Сейчас еще раз буду их стричь, еще раз будет формирование, потому что уже сильно начали ветвиться. Лучше сделать еще одно формирование, будет еще лучше. Смотрите, вот такие вот пушистики. Тоже сейчас некоторые веточки уберу, все заформируем и поставим на корень. Потому что данная петунька еще очень хорошо укореняется. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Мы на рынок вышли. Приходите к нам на рынок. Всего доброго. Хороших вам всходов. Черенков. Всего доброго!